В Янтиковском районе семья Дмитриевых занимается выращиванием рассады. Какие цветы растут на их грядках, узнавала наша съемочная группа. Юрий Дмитриев помогает покупателям определиться с выбором. Сделать его непросто. Петунии, сальвии, хризантемы, бархатцы, алисумы. В теплице растут десятки видов цветов. Первый раз мы в этом году приехали. Конечно, здесь очень понравилось. Цветы такие все красивые. Хотели вот для учреждения, купили сегодня цветы. Хотели в медучреждении посадить цветы. Дмитриевы во главе с Юрием занимаются цветочным делом уже много лет. Сначала выращивали для себя и соседей, потом клиентов стало больше. 3 года назад на месте заброшенной фермы построили теплицу. Здесь трудится вся семья. Анастасия Дмитриева – невестка Юрия. В цветах разбирается отлично, знает их виды и особенности. Петунья, мне кажется, она неприхотливая и как бы на солнце не сгорает. Если вовремя все ухаживать и поливать, и они цветут все лето, да, получается, до первых заморозок. Вот этот цветок алисиум. Это кашпо, получается, ампельные, они очень сильно разрастаются. И, кстати, они заморозок вообще не боятся. Они еще пахнут медом, мне кажется, их желательно посадить около бани, когда выходишь, прям медом пахнет. Аромат в этой теплице действительно непередаваемый, и царят они здесь круглый год. Цветоводы отмечают, секрет разведения прост. Растения нужно поливать, ухаживать за ними и искренне верить, что эта красота, если не спасет мир, то наверняка сделает его лучше. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.